Так, 23 мая 2021 год, Харьков, было 1:15, уже 11:43 по Киеву, то есть уже практически час это движение продолжается. И вот так выглядит проспект Науки на данный момент. После часа таких активных спортивных мероприятий. Ясенечка, чеки мне. Ох ты, елки-палки, это будет бесконечно. Это уже дубль пятый, наверное. Ты видишь? Небольшая авария, но ничего, все живы. Красота. Да, Белодень, пожалуй, самый массовый праздник спортивный в Харькове. Из тех, которые я знаю. Даже марафон, по-моему, харьковский. Меньшее количество. Участников. Ну а может просто это более массово смотрится в результате того, что велики добавляют габаритности участников. Ладушки. Наверное, буду я ехать, я же тоже скутер можно снимать. Мой железный конь меня тоже дожидается. Мая 2021 года, Харьков, 11:46 по Киеву, Харькове. О, уже тигрята петлю сделали. Ну, ладушки.